Привет, мои дорогие! С вами я, Таня, и мой канал «Америка моими глазами». Я хочу вас всех-всех поблагодарить за ваши комментарии, за ваши добрые слова, за все ваши идеи к моим новым видео. Я знаю, вы давно хотели все узнать, какими средствами по уходу за кожей я пользуюсь, но вы как понимаете, у меня всегда 100 причин, чтобы этого не сделать. То у меня закончился один крем, то у меня нет сил, то у меня куча разных дел. Вот, ну и наконец-то я собралась. Я сказала детям, мужу, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я должна сделать видео для моих дорогих подписчиков. Вот, и, наверное, за сколько лет проживания в Америке я перепробовала много разных брендов. Как лакшери брендов, так и попроще брендов. Ну, и к выводу я пришла к такому, что самым лучшим и самым доступным и результативным средством по уходу для кожи я выбрала бренд Kiehl's. Вот. Почему Kiehl's? Сейчас я вам все это расскажу и все это покажу. Кстати, это вот такая вот коробочка, когда во время Крисмаса вы что-то у них покупаете, они вот сюда все так красиво кладут, заворачивают, и на магнитике оно так закрывается. Я тут свою храню, всю косметику. А видите, сзади меня вот зайчики сидят, такие семейка. У нас скоро будет Пасха, и я их посадила, чтобы создать mood, то есть создать такой характер Пасхи. У вас тоже будет Пасха, в принципе, тоже скоро. Вот. Как я ухаживаю за кожей? 2 раза в день, всего лишь. 10 минут с утра, 10 минут вечером. То есть я не ношу никаких ни мейкапов, ничего. У меня на это просто нет времени, и этого я не умею делать, если вам честно сказать. То есть у меня есть вот такая вот... сейчас вам покажу. Вот такая вот... штучка, не знаю, как она называется, но она классная. То есть, когда я наношу крем под глаза, я вот так ее массажирую кожу. Она холодная, она сделана из какого-то камня. Вот. И точно так я делаю массаж всего лица. После того, как я нанесла свои мойстерайзеры и концентраты. И также у меня есть вот такая вот face brush. Это Mia Clear Sonic. Такая она. Услышите, такая щетка для лица. То есть она заряжается, она работает от батареи. И я свое лицо вот так вот чищу. Когда я чищу свое лицо, я использую вот такой вот Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foamed Face Wash. То есть это для глубокой чистки календульное мыло для лица. Оно такое очень мягкое. Даже если оно попадает в глаза, оно не печет. И оно просто идеально для моей кожи. То есть я вам его всем рекомендую. И, наверное, покупать лучше вот эти все средства для лица в больших банках, в больших размерах, так как получается дешевле. И вот, к примеру, если вы покупаете, вот я, к примеру, после Рождества, видите, купила себе вот этот тонер. После чистки я пользуюсь тонером. То есть мне нужно вот такая вот спонжик, такой вот обычный спонжик с ватки. Я беру этот спонжик, его водичку накладаю на тонер, вот, и просто лицо вот так протонирую. Чувство просто классное. Чем-то оно похоже на календульный чай с лимонами, еще чем-то. И, кстати, если вам видно, вы видите, вот там календула плавает внутри. То есть это тоже full sizes, и он очень классный. То есть здесь цветы и экстракт календулы, и он без спирта, alcohol free. Вот, то есть вот эти два, то есть это просто must have. Вот. Ну чего, начнем с утра, правильно? Утром мы проснулись, почистили нашу кожу. Потом у меня вот такой вот есть крем. У меня их 2 крема, потому что у меня 2 туалета. Я вот это в одном и в другом. Вот такие вот крема. Это авокадовый крем. Здесь уже совсем немножко осталось. Под глаза. То есть, как вы его наносите, вы его массажируете в своих пальчиках. И потом вы его вот так...
наносите вот такими вот движениями. И потом вы берете свою вот эту штуку, не знаю, как она называется, но вы меня поняли, они, наверное, продаются везде, они недорогие, они долларов 6 стоят. Вот. Не, ну, конечно, можно купить и за 18, я знаю, в Sephora они были 18, но я купила на eBay за 6 долларов. Вот. Такую вот штуку, и вот она просто, вот так она расслабляет ваше лицо, и вот этот прохлада, она просто очень классная. То есть я нанесла крем под глаза. Если это день, то днем я наношу вот такой вот дневной концентрат. Это такое масилка. То есть вы его берете совсем немножко на свои ладони, и потом его массажируете в кожу. Оно просто великолепно. Оно очень мягкое, и оно содержит много витаминов, и помогает коже выглядеть свежее и возобновляться. И днем, это маска, и днем я пользуюсь вот таким вот Ultra Facial Cream. Вот так вот сверху на концентрат я наношу вот такой вот крем. Вот. То есть тоже очень мягкий. Я извиняюсь, у меня собака гавкает, не знаю, что там происходит на улице. Но она гавкает, никак не остановится гавкать. Я надеюсь, вам это не мешает. Вот. То есть я наношу вот этот крем. Ну и потом, конечно, в завершение я наношу вот такой вот бальзам от Kiehl's. Бальзам этот очень такой мягкий. И он увлажняет губы просто очень супер классно. Вот так. И, кстати, не забывайте, когда вы наносите все это на кожу лица, также не забывайте о коже шеи и вот эту грудную часть, потому что это очень важно. Так, это с утра. Вечером. Что я делаю вечером? Я прихожу домой, я все это смываю и щеткой, как я уже вам говорила. Потом я наношу также крем с авокадо. Вот такой вот. Потом я пользуюсь ночным концентратом. Это вот такой вот масилка ночное. Я пользуюсь или этим масилком, или это такой Line Reducer Concentrate. Это, то есть, если у вас морщины есть тут немного, как у меня вот на лбу, то вот этот, он уменьшает линии на лбу, вот этот reducer. Тут есть гиалуроновая кислота и витамин С, то есть оно очень классно. То есть когда вы наносите вот эту, вот этот концентрат, у вас лицо печет такое, потом это все быстро проходит. Наносите этот концентрат, то есть вы наносите или этот концентрат. И потом я наношу Super Multi Corrective Cream, то есть вот такой вот коррективный крем на ночь. Он очень тоже классный, он подтягивает кожу, делает ее мягкой, увлажняет, и с экстрактом чайного дерева, тоже чувствуется на коже очень мягко. И вот так вот, не знаю, если вам видно, то есть он упытывается очень быстро. Вот. Так, но во время, то есть во время между утром и вечером иногда я делаю маски. Ну, не иногда, а много. Я делаю масочек всяких. То есть это маска от календулы с алоэ, которая увлажняет и успокаивает вашу кожу. Эту маску я содрала, я увидела у моей Instagram-инфлюенсер, бьюти-инфлюенсер Алексочки. То есть она очень много разных типсов мне давала, и я вот у нее эту маску содрала, что у нее она есть. И очень классная маска, я ее всем рекомендую. Также у меня есть вот такая вот маска. Это всего лишь наносится на 5 минут и смывается. Это маска Overnight. Это Ginger и Hibiscus. Она, то есть, подтягивает кожу целую ночь. Вы с ней спите, вы только ее наносите под глазки крем, и с этой маской вы спите. То есть, она написана здесь, видите, overnight. Потом у меня есть маска, просто hydration mask. Такая вот она,
Она похожа на вот такой вот гель тоже, она просто прекрасная. Когда вы ее нанесете, она печет тоже. Ну, это все приятности, потому что когда печет, то вы понимаете, что что-то вас с вашей кожей происходит. Потому что когда вы ничего не чувствуете, то вы понимаете, что что я такого купил, что оно вообще ничего не делает, ничего не действует. Вот. А также у меня уже закончилась маска с авокадо. У них тоже очень крутая маска с авокадо. Это у меня вот такие вот пробники. Чем мне нравится Kiehl's, когда вы туда идете, они всегда вам дают много-много всяких пробников. То есть они мне дали вот такой вот крем под глаза, пробничек вот такой. Потом с витамином С обновляющий крем. Потом это вот такой вот клензер. Ну, вы знаете, этот клензер, он глиняный, и он не нужно пользоваться раз в неделю. Потому что, ну, если у вас кожа жирная, то может раза три в неделю. Но у меня кожа комбинированная. Она у меня и жирная в этой зоне, а все остальное сухая. Так что я этим пользуюсь всего лишь раз в неделю. Так, вот видите, они мне надавали кучу разных сэмплеров. Так, серум, вот такие вот серумы всякие. Видите, они такие все кьютошные, такие все классненькие. Вот это, туда идешь, и ты всегда домой приходишь с разными пробничками. Такой вот гель для губ, тоже он очень классный. Это вот такой вот крем для рук, тоже очень мягенький. То есть я уже, наверное, два использовала. Один у меня в сумке лежит. Вот. И видите, он такой, он очень маслянистый, можно так сказать. Также они давали мне сэмплеры вот этого концентрата, которого я купила большую банку. Видите, это тоже сэмпл. То есть это все бесплатно. Это все бесплатно, чтобы вы попробовали перед тем, как вы поймете, нравится ли вам это или не нравится. И, кстати, вот эти два крема для глаз тоже они классные, вот эти два. Это для более старшей кожи, а это ночной крем. Вот они, этот называется Use Those Eye Treatment, а это Midnight Recovery Eye. Вот эти два крема тоже крутые. Они мне понравились сильно-сильно. Чего это такое? Clearly Corrective Dark Spot. Ну, это для черных точек у них. Коррекция для черных точек у меня, слава богу, черных точек нету. И мне их не надо. Вот. Так что, вот такие у меня средства для кожи. Вот чем я пользуюсь. Ничего такого нету секретного. А вот еще масочка из глины. Из глины очень классная маска. Я ее только наношу на нос. Вот сюда на бороду. Или как она называется? На чин. На вот эту часть лица. То есть она сушит. Если у вас там появляются прыщи. Или у вас есть какие-то там skin disorders. То есть она сильно помогает, эта масочка. И, наверное, на этом все, мои хорошие. Так что показала я вам свои маски, свои крема, то, чем я пользуюсь. И обязательно покупайте продукцию летом, та, которая с SPF. Это очень важно, потому что то есть защищать свою кожу надо, и это как бы номер один путь к здоровой коже, чтобы защищать свою кожу от солнца. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я бы вам порекомендовала, если у вас продается косметика Kiehl's, то пойти в магазин в этот и сказать: дайте мне пробничка ваших, я попробую. То есть у них существует много разных акций, много разных распродаж во время разных праздников. У нас в США, я не могу сказать за страны бывшего Советского Союза, то есть Россию, Украину, Белоруссию, вот эти все страны, я не могу сказать, что там происходит. Но в США вы всегда можете найти их по хорошей цене и купить качественную, хорошую косметику по недорогой цене. Вот так. Спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. Хорошего вам дня и бувайте. Пока!